Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Например, сегодня мы нашли на Малой Охте спортивную набережную с почти олимпийским набором активностей. Хотя найти ее оказалось не так-то просто, и многие, возможно, даже не знают ее существование. А зря. Ладожский парк. На углу проспекта Косыгина и улицы Передовиков. Здесь, в пешей доступности от станции метро Ладожская, на берегу реки притаился целый спорткомплекс под открытым небом. Прежде всего, длинные извилистые дорожки для бега. Из-за множества поворотов подходят скорее для общих кардиотренировок, но за счет ровного покрытия могут заинтересовать некоторых профессиональных бегунов. Хотя, если вы мечтаете стать Усейном Болтом, то в любом случае выберите профессиональный стадион и группу. Зачем вам обычный парк? Просторные площадки для волейбола и гимнастики на свежем воздухе. Места много, можно заниматься большими группами. В целом, это удобное пространство, где можно поиграть во что угодно. Например, в бадминтон. Никаких веток деревьев, ворующих ваши валанчики, как это бывает в центральных, более тесных парках. У площадки есть несколько необычных детских тренажеров. Самые прочные в мире столы для настольного тенниса. Не рекомендуется бить об них ракетки после проигрыша. Стол-то точно выдержит, а ракетку будет жалко. Мячиком для пинг-понга здесь тоже придется нелегко, поэтому лучше приходить с большим набором снарядов, если вы хотите затянуть игру подольше. Все это расположено на фоне ледовой арены на Передовиков, где тренируются фигуристы и хоккеисты. А они, кстати, вполне могут заглядывать в этот парк для тренировок на свежем воздухе. Всем упражняться веселее, когда кто-то рядом тренирует аксель с пола. Тем более, что уровень фигуристов у нас традиционно высокий, так что это может поднять и вашу мотивацию. В дальней части парка находится рампа для скейтеров. Уже с следами использования и полностью покрытая граффити, но все еще похоже на новую. Спешите опробовать. Спот небольшой, основная фишка – близость к железной дороге. Сразу чувствуется атмосфера хардкора и хочется двигаться вперед за удаляющимся поездом. Или хотя бы передать ему привет парой удачных трюков. К спортивному сектору прилегает зона отдыха с солидными шезлонгами на берегу реки. Есть даже камни для фотографирования. Конечно, вид здесь далеко не тот, что на Крестовском острове. Окружение не настолько элитное, по крайней мере пока. Зато народу куда меньше, вы всегда найдете себе свободную лежанку. Надо сказать, что все это расположено в глубине самого парка. С улицы площадки и дорожки едва видны. Можно 100 раз пройти мимо и не заметить. А в этом случае многое потеряешь. Но если вам вдруг лень делать лишние шаги или нет желания много двигаться, в передней части парка расположен комплекс для воркаута. Здесь есть стандартные, хотя довольно высокие брусья, несколько хороших тренажеров на ноги, есть даже экзотические, которые встретить не в каждом фитнес-центре, лавки для типовых упражнений, ну и, разумеется, перекладины разной высоты. Ладожский парк – отличное место для того, чтобы начать заниматься спортом или просто поддерживать общую физическую форму. По крайней мере, в хорошую погоду, которая не так уж часто бывает в Петербурге, но, по крайней мере, в эти дни она есть.